И всем привет, друзья, с вами Картофан, и сегодня у нас на рассмотрении еще одна новая карта подписчика. Сегодня он построил, точнее даже совместил изобретение Газде, немножко его переделал, и еще другие изобретения, которые сегодня мы рассмотрим. Короче, сегодня, опять же, очень интересный выпуск, потому что совершенно новые изобретения, которые я вообще нигде не видел, ни у кого не видел, и даже на зарубежном ютубе их еще не было. Поэтому обязательно смотрим до самого конца. Но перед началом просмотра обязательно подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий, и также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить ежедневный видосик. Этим самым ты меня очень сильно поддержишь. Но мы начинаем. Так, появился я около какого-то такого вот фонаря огромного, книжонки и сундука. Давайте начнем, что же в книжонке. Привет, это снова я. Забыл раньше представиться, мой ник Пиротехник. И это мой готовый передвижной карьер. Я немного вдохновился фильмом «Хроники хищных городов». Управление S, опустить, поднять бур, B и D, поворот штуковины, и C, ну либо же W, это движение вперед. Спереди буры нужны, чтобы в мире не мешали горы и деревья. По задумке его нужно размещать над уровнем моря. Буров спереди можно больше ставить, ведь в новой версии горы очень большие. Так, ну что же, я так понимаю, это у нас такой карьер передвижной, а если я не ошибаюсь, то это как раз таки тот чел, который тогда делал, короче, какую-то штукенцию, то есть карьер передвижной, но в итоге там не совсем все вышло, но я ему показал способ перемещения, и он, скорее всего, как раз таки это все воплотил в нормальном экземпляре. Так, а что здесь у нас? А, здесь у нас контроллер связи и также схематики, видимо, данной постройки. Так, ну что ж, давайте пока что без контроллера просто рассмотрим, что тут находится. Во-первых, я вижу сразу же запитку в виде вот таких вот вентиляторов, что, в принципе, классно. И, кстати, я так понимаю, это движок от Газде, и он его переделал, что я очень сильно приветствую, потому что он, значит, понял, как он работает, и это значит то, что он, ну, короче, умный чел, который реально может что-то изобретать, и это очень классно. Так, ладно, что-то заговорился насчет этих моторов, давайте все-таки уже сюда поднимемся. Так, я так понимаю, эта штучка будет также перемещаться вместе с этим всем, и вот, это та схема. Схему, кстати, не переделывал, она здесь осталась абсолютно такая же. Но здесь, кстати, задержка 3 секунды, а не 2. Что, в принципе, тоже классно. Значит, он переделал, значит, что-то разбирался. Так, здесь что такое? Это, видимо, просто какой-то, ну, не инвертор, а сохранитель сигнала, если на кнопочку нажимаем. А, скорее всего, опускание и также поднятие бура. Здесь запитка бура. Она запитывается, точнее, он запитывается при помощи... Сколько здесь у нас-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь вот таких вот вентиляторов, которые запитывают, ну, соединяются в одну штучку и запитывают все это дело. Скорость здесь 64. Так, сколько здесь у нас буров? Здесь 4 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Короче, 4 x 9 это 36 буров. Так, а здесь, я так понимаю, это штукенция для срубания всех гор. Потому что эта штука, опять же, написана, это не бур, это карьер, который перемещается по всему миру. То есть вы нажимаете на кнопку, он у нас перемещается там на определенное количество блоков. Вы при помощи этой вот головы спускаете все дело вниз. Ну, то есть, опять же, добываете все недра земли и двигайтесь дальше. Так как у нас горы везде там есть, то как бы вот бур, чтобы все сносил перед нами и вообще ничего не мешалось. Здесь у нас, это, я так понимаю, типа базы одновременно. Забери воду перед передвижением. А, потому что вода-то не двигается. Вот, короче, видимо, сюда воду такую выливаешь и промываешь тут все, что тебе нужно. Потом ее забираешь. Так, в моем случае это не выйдет. Вот, короче, забираешь и все, едешь дальше. Отлично, в принципе, промывка это хорошо. Так, здесь у нас идет автоматическое дробление. Ну, то есть сюда вот кидаешь, и оно все дробится. И, я так понимаю, может даже каким-то образом сделать так, чтобы оно выплескалось сразу же сюда и промывалось. Но это ладно. Выключи перед тем, как двигаться. Окей, значит, просто нажимаем. Ой, кстати, ой-ой-ой, а что это такое? Я, честно, не понял, только что это было. Я так понимаю, оно должно вообще как-то создавать энергию, но почему-то мы крутимся. Я так понимаю, оно должно создавать здесь энергию и все крутится, ладно. Так, здесь у нас просто сундучки. Давайте теперь тестить, хотя здесь еще какая-то есть платформочка. А, это, видимо, просто так. И здесь просто, опять же, печка, да, плавильная печь. Все, больше ничего на этом агрегате нету. Теперь давайте тестить, как он вообще работает. И работает ли вообще, ведь сейчас у нас был какой-то непонятный баг. Отлично, я хочу движение вперед сделать. Нажимаю один раз на эту. И смотрите, он у нас двигается. Двигается, отлично. Не понимаю, почему. Так, подождите, мне кажется, он его удлинил. Да, смотрите, он сделал реально, чтобы двигалось буквально. Смотрите, вот он у нас перемещается. Я так понимаю, надо было всего лишь 2 раза нажать, чтобы он переместился не так.
как бы далеко, но в принципе окей. То есть здесь у него шаг равен как раз таки вот этим вот бурам, что в принципе просто идеально. Короче, вот допустим мы добрались до точки нашего бурения. Да, смотрите, у нас поворот на одну букву и на S также на одну букву. Отлично. Короче, вот я нажимаю на S, и все, у нас начинается опускание всего этого бура. У нас интересно, здесь это что-то передвинулось? Да, по-моему, здесь у нас теперь неактивно, и все идет добыча всех ресурсов. В принципе, мне это очень нравится, и мне кажется, даже лучше эту штукенцию не сделать уже, ну потому что реально куда еще круче. Так, ну-ка, допустим, мы с вами добыли все до конца. Нажимаю еще раз на S, и оно поднимается обратно. Теперь нам нужно переместиться вперед. Как это сделать? А мы просто нажимаем два раза, так понимаю, на V. Ну-ка, давайте, раз, нажали. Там запустился сигнал, ну и два нажали, чтобы это, в принципе, у нас только один был цикл. И все, смотрите, оп, эта у нас штука притягивается, далее это толкается. Ну и все, можем опять нажимать на S и добывать дальше ресурсы. Но перед этим я хотел бы еще проверить, знаете что? Я хочу проверить, как оно крутится. Нажимаю на D. Ух. Ну да, оно крутится теперь верно. И все, короче, повернули. И можем ехать дальше, либо же опускать наш бур. Слушайте, реально классно. Мы, по сути, на одной координате не можем сразу же добыть... сколько? Ну, 4 таких вот участка. Слушайте, реально классно. Мне это очень нравится. Прикиньте, такие на сервере, значит, стоите, а около вас пролетает такой-то огромный агрегат, который буквально весь мир вырывает буквально из воздуха. А здесь он, видимо, что-то вырывал и закрыл все это дело. Да, мне очень нравится это изобретение. Мне кажется, что многие теперь будут такие штукенцы строить. Хотя бур, правда, поэффективнее, но с другой стороны, это как-то внушает больше, не знаю, как-то эмоций. Посмотрите, это буквально летающий корабль такой. Мне все-таки интересно, как же запитать вот это вот все дело? Если нажму сюда, то оно... Да, но не то крутит. У нас, смотрите... А что, я не понимаю, у нас крутится, это почему? А, может даже вообще запитку отключить? Не хочет. И причем здесь у нас ничего тоже не работает. Хотя вот эти, так понимаю, работают. Да, то есть эти механизмы не хотят работать. Может он что-то здесь приклеил, не то. Может здесь еще клей? Слушайте, а есть вариант то, что здесь клей реально есть? Ну-ка. Не, здесь клея нету. Давайте сломаем на всякий пожарный. Может все-таки что будет? Вот, вот, походу все-таки там что-то было, какая-то привязка, и теперь работает абсолютно нормально. Теперь у нас реально все идет передробление здесь и также промывка. Слушайте, реально что ли? Всего лишь один блок здесь мешался. Короче, вот какой лайфхак. Вот эти вот штукенцы ломаете, и все. Никаких проблем здесь нету. Так, то есть как это все дело выглядит? Вы такие, добыли, значит, некоторое количество ресурсов, заходите в свои здесь сундучки, берете там всякие, допустим, уголь, там алмазы, кладете вот сюда, а всякие руды, такие идете сразу же на передробление, сюда кидаете, сами только смотрите, не умрите, а то это реально будет очень печально. И потом кидаете вот сюда вот, а перед этим вот сюда ставите воду. То есть все идет промывка, вы такие отличные, счастливы, потом еще это все дело переплавляете при помощи угля, который вы еще добыли, и все, можете ехать дальше на следующую точку добычи ресурсов. Ну а с вами был Картофан, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и чтобы мотивировать меня к созданию новых видосиков, и причем каждый день, вы прикиньте, каждый день видосики. Также, если у вас есть какие-то интересные постройки, не обязательно в Create, может какие-то есть карты даже на прохождение интересные, реально, если они авторские, именно ваши, то присылайте это все дело на почту, почта есть в описании под этим видео и в описании канала. И скорее всего мы вместе с Юкси рассмотрим именно твою карту. Всем удачи и всем пока!